Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и вы смотрите игру канал Вредного Енота. Мы продолжаем играть в игру... Не ори. Мы продолжаем играть в игру Dying Light. Со мной был Titan Falls. Дело в том, что нам пришлось одну серию прерывать, просто пополам я его пилю, чтобы вы были в курсе, чего все начинается. Соответственно, мы продолжаем играть с Titan Falls в Dying Light. Всем приятного просмотра. Так, ты где там? Я на крыше пинаю зомбарей. А, я вижу, тут падают. Ой. Ты это, скидывай еще тут, это, алкоголь нашел? Так, я сейчас аптечку сделаю. У меня тут где-то аптечка. О, нифига, я две штуки могу делать. Слушай, я одному зомбарю голову оттяпал. А другому и, ру... и обе руки и голову. О, алкоголь. Ты, бляха, смотри этих-то, фильмов поменьше таких, жестких. А то нихера ты злой стал. Пилу пересмотрел человек, сразу видно. Не, я пилу ни одну часть не смотрел. Посмотри. Значит, значит, наоборот, поймешь, что нельзя так делать. Я наоборот смотрел несколько раз «Пятница 13-я» все серии. «Кошмар на улице Вязов». Да это херня. Взрывайся давай. Давай, лошара, взрывайся. Красавчик. Ёп. Чего? Я напугался. Да ладно. Давай, блин, я тебе покажу, как забраться. Не-не, подожди, ты этот... Зомби, бегаешь. Зомби! Он знаешь, на кто похож? На кого? Это из мафии этот, как он? Лови Клин, меня! Клин, Клинтон из мафии, во! Линкольн? Линкольн, да, Клинтон нахер, конь нахер, Клинтон. Линкольн Клей? Да, 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 но он реально, он похож, смотри, куртка такая же, потеки, штаны такие же. Ой-ой-ой. Чё? Глупый зомби. Он в гору не пойдет. Умный в гору обойдет, если пролезет под забором. Давай, погнали. Давай, куда? Вот. Не попал в рот. Во. Так. Сюда прыгай. Все вижу, ага. Я тут уже всех перебыл. Перебил на крыше. Лучше бы перемыл бы, может они потому и зомби злые, что они это... Ё-моё! Ох, нихера! А раньше не мог сказать замен ё-моё, там ложись, еще чё-нибудь. Ё-моё, а тебя может чё угодно означать. Так, чё ты? Давай, скрывай. Я тут еще инструменты нашел. Вроде нахер там кто-то орёт. О, смотри, медведь! Он, по-моему, недовольный какой-то. Я открыл. О, подожди, тут что-то поискать можно. Так, ну это опять нож. Драгоценности. Всякая хрень, короче. Так, куда лезем дальше? Сюда? Отпусти. Все, тут больше ничего нет. Пошли. Так, а мы что должны сделать-то? У нас получается, это Джейд туда-сюда засунулась, да, куда-то? Да. Ну пошли. Я надеюсь, тут... школа внутри такая же маленькая, как и внешне. Я тут уже обыскиваю все по полной. Так, все, брать тут походу больше нечего. Ой, сумочка. Так, ничего, смотри, баксы. А, чё, аптечки не активны, ну ладно. Так. Ну да, больше вроде ничего нет. О, сухофрукты. Хорош жрать, блин, потолстеешь. Газовая труба. Ой, скелет. Тоже живой. У меня 27 металлических деталей. Откуда, я понятия не имею. Хорошо тебе. Уже 28. А я что-то упустил. Школа вроде двухэтажная была. Ну да. А почему тогда уже на третий этаж спускаемся вниз? Так, так, так. Стой, да. Ты чё, они... Чего?
Ты уже спустился, когда я там на верхнем этаже. Чё, я уже шманаю, все, тут, блин, это трейдерский захват практически. О, полицейская фуражка. Ну чё, надеюсь, спасёт? Ну давай, нет, конечно, ты подойди, скажи, господа, я товарищ полицейский. Как бы, может, договоримся? Мне кажется, они тебе этот автомат дать уставят, скажут, давай, договорились. Так, опа. Ты, бляха-муха, спецназовец. Не можешь... Нет, можешь, ладно, убедил. Не может открыть дверь, припертую парты. Кстати, нихера не то, что сделал, непонятно. Такая раздорки. Блин, тут нихера себе. Тут не школа, тут, я не знаю, какой-то этот... Лагерь для этих маджахедов. Тут чего только нет. Мне кажется, тут бомбы только в путь делать. Эти химикаты, я разорил. Опа. Всякие трупы. Видимо, неудачные испытания, да, я по ним покажу хоть. Ой! Опа! Да. Какая я зарезал, сколько перерезал. Ты посмотри, у него ноги нет. Кого? Много. А, да, ладно. Протез пришлю. А, нам надо сигналку выключить. Включай. Так, это ж мир зомби. Тут каждый день кому-то что-то откусят. Кому-то ногу, кому-то нос. Кому-то что-то похлеще, поважнее. Ой. Вот я устал типа. А чё он пинает? Давай запинай его тоже нахер. Давай запинай его нахер. Лошару. Чё он бешеный такой? А, у меня оружие сломалось. У меня нет, но он все равно бешеный. Все. Он головы лишился. Чуть-чуть. Кого головы. Вон на месте она у него. Да? А, значит, это другой головы лишился. Потому что она у них была. Так. Ну-ка нахер, ну-ка! Стучаться не учили! Пошел лес, он тоже пинаться умеет. Давай, давай, до свидания. На тебе в задницу еще, напоследок. Чтоб ты наверняка. А че молоток не дай? Спасибо. Я хотел забрать. У тебя уже есть. Все, я сейчас меч добиваю свой. И нет у меня больше ни хрена меча моего. Ой. Чё ты там творишь? Это не я. Оно само. Ведь, бляха-муха, это вот действительно та фраза, которая никто не поверит, но ты реально оно само. Так, подлечиться надо. Так, найди антизин. Туда я не пойду, я туда. В смысле не туда не пойдешь? Ты что, никогда школу не мечтал разбомбить? Я тут вообще отрываюсь по полной. Я тут счастливый, вон, он дурак, блин, стоит, я его сзади уже обошел. Ой-ой-ой, это ты? А, так это ты. Да лежи ты нахер! Так, погоди, мне знаешь, что надо? Мне надо. Вот этот нахер убрать, на другой нахер поменять. Вот на простой молот, пускай будет. Слушай, 31 металлическая деталь. Давай, через огонь. Да нормально, вот, смотри, тушняк. Батарей. Так, а что такое? Пицца. О, чуть не умер. Подожди. Я стесняюсь спросить, господа уважаемые в мире, бляха-муха зомби, вы где, сука, пиццу заказали? Что-то как-то это. Да. И что? О, Макси. А тут давай сюда на следующий этаж. Да они богатые такие, нихера себе. Опа, там дебил за угол убежал. За правый, за левый. Понятно. Там еще один дебил вылез. Где? Здрасте. Ну не знаю, кто сломал. А, там два дебила. Ну эти не, это все, это клиника. Там дебил, это клиника. Бешеная тварь. Да нормально. А, кстати, они если с какими-нибудь молотками стоят, могут молоток тебе кинуть. Да? Да. Слушай, а откуда в школе столько алкоголя? Я тут
Не знаю. Собрал алкоголя больше, чем по всей карте. И сигарет, кстати говоря, тоже. Да-да-да. Не, ну сигареты ладно, это, в принципе, логично. Кто не курил там из школьников? Я не поверю. Многие сейчас курят из школьников. Самое, что, конечно, плохо, конечно. Нельзя курить, не надо курить. Чтобы алкоголь прям уж. Тоже круто. Че нашел? Четырех врагов нашел. А я аэрозоль. Видишь, мне больше повезло. А мне нужна помощь. Да ладно, ты ж у нас крутой. Точно. Бля, у меня патронов почему-то мало осталось. Не, я, короче, не буду это... Блин, не щупаю его задницу обочек. Крикены. Всё, где у них оружие? Нет. Так-то у них же дохера же было оружие. Полу говоря. Смотри, я тут какой-то большой чемодан нашел какой-то большой. Нихера тут тушняка! И кофе. Так возьми хоть тушняк, возьми! Дайте хоть тушняк забрать, да? Я, честно говоря, больше бы, чем это, антизину. Тушняку больше бы обрадовался, на самом деле. Так, тушнятина. Ой, чё такое, что случилось? Нет, нормально все. У меня такое ощущение, что местами игрушка немножко не оптимизирована, или мне кажется. В общем, проседания такие идут. При этом не проседания, а просто пролагивание. Я ключи от подвала случайно совершенно нашел. Там что-то есть? В подвале? Да. А нам туда надо по миссии. Аптечку нашел у него, слышь. Аптечка? Да. Блин, 31 доллар. Типа так, надо всех обшмонать, да? Так, погнали в темпе в подвал. Так, это надо сделать вот так вот. О, туалет, правильно, как же так, игра без зомби, это, про зомби и без туалета, не поверю. Вот сигареты, да? Конечно. Где же еще в школе быть этим? О, тут кто-то любитель Мерседеса. Нет, это жопа какая-то, перевернутая. Погнали. Или это Мерседес? Че ты там встал? Да я смотрю. Да не туда ты бежишь. Я просто, видишь, я же давно в школе учился, когда это было там 100 лет назад. Я ж так посмотрю, чем сейчас школьники живут. Мне ж как с ними общаться-то. Вдруг что-то вот, не то сморожу. Или там не в тренде буду. О! Нормально, свои пацаны с дискотеки вернулись. Давай, падай. О, нормально. А ты, наверное, физрук. Чка. На тебе в челюсть. Ну а чё она в тренингах ходит? Да лежи ты, успокойся, все устала. Не рви себя, успокойся. Очки навыка. Блях, у физручки нашел алкоголь. Мне кажется, это было не зомби, мне кажется, это была просто нормальная физручка, просто напилась и все. Опа. Что, у меня не знаю, что есть, хера, что есть, мне какая-то не до этого. У меня 150 хп максимум. Мы, сюда, свет пока. Мы же тут были уже. Да? Да. Только, а почему тогда зомби тут лезут? Ну да, тогда только они не... Слушай, а кто, смотри, подожди-ка. Мне же интересно стало, тут смотри, какая-то, какое-то оружие такое прикольное, которое просто этот, расхерачило. Ага. Да пошла ты, ты тоже... Давай, 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 херачи, херачи, херачи. Все. Всех успокоили. Нет, не всех. Слушай, а, не всех. Не умеете себя вести как люди, так сидите как зомби в подвале. Нет, нахер подвал. Давайте где-нибудь снаружи, нам в подвал самим надо. Ха, ты посмотри на это. На чем? Вот встань, где сейчас я стою, и посмотри вниз. И че? Не понял? Я. Чертеж какой-то. Тупая травма. Классное название. Сейчас, погоди, тут что-то какая-то комната, вроде много всего есть, да, глянем. Даже у... Бляха, какая хорошая школа, а! У нас
Ну не, я просто поясню. У нас, я знаю, в американских школах пытаются червяка, лягушку препарировать. Тут целого зомби притащили, препарирую, не хочу, ни хера себе. Я что же хочу так? А у нас ни хера, у нас микроскоп, и ты смотришь букашку, блин, пошли. Переворачиваешь. А, так вот это с самого начала. Да. Как это зомби? Смотри. Вот, что? Сейчас покажу. По-моему, вот здесь чертеж был. Точно. Тупая травма. А тут сумка есть. Ну теперь пошли вниз. Пошли. Пацаны, мы идем. Фу ты, ё! Пацаны, ты жив? Да, у меня рефлекс просто, сначала вип, потом дубль. Так, он тихо. Вылез, я сразу так назад. А ты спугай, так, чисто. подожди, мне еще надо, у меня птичек нет. Сейчас. У меня есть одна, так. Сейчас парочку сделаю хотя бы. Такой я, вопрос. Короче, я понял, это, я у плохих школьников забрал кучу алкоголя, теперь у меня куча аптечек. Такой вопрос, где спуск вниз? Да какая разница, вот это, любой хоррор это про туалет. Так там вниз надо. Если нет туалета, значит это не хоррор. А это типа хоррор, вот на двери. Ага, туда нельзя. Как нельзя, вот нарисовано. Да. Что, не то, почему что можно, даже нужно. Ну не знаю. Ой, тут дебилов много. Да, а в чем проблема-то? Посмотри. А, они сверху. Подожди, ты меня прикрой, это твой барана? Пока я выбираю руку. Все, я убил. Так, смотри, вот тут что-то есть. Использовать. Ну, если да тебе сколько раз нажать-то надо, давай. Во, молодец. Не знаю, я думал, честно говоря, сейчас их жахнет паром. Видимо, что-то не так, я понял. И воду убрал под... Так, ты чё тут это? Шевелишься? Давай, сдохни. Беги. Не хочу, он взорвётся. А, можно и так. Мне кажется, он просто переел какой-то мексиканской еды. Не зря я копил сюрикены. А у меня, кстати, тоже до хера, только я не пользуюсь ними. У меня их 56 штук. А, я не знаю, сколько у меня. Ладно, давай. А я посмотреть. Сюрикены. А где они вообще? На днёрку удерживает. А, 2 штуку мне, нормально пойдет. Да? А, нихера, у меня взрыв пакеты. Это что такое? Ракеты? Ну. Нихера себе. Сюда, ко мне иди. Я хочу сам погулять по школе. Там, подожди, там хер какой-то. А, это она жопой повернула, ну ладно. Give me a hand here, would you? Yeah, sure. God, Crane, you're such an old. Why don't you just stick your head out the door and shout, here we are, come get us? Бабёха! Всё ничего, что мы сейчас перестреляли полшколу, подорвали хер вот тут же самоубийц и с матами, блин, и так далее, завалили эти войска. Ты всё ещё скрытность пытаешься делать. Глупое создание. Listen, you take this stuff and get back to the tower. I'll deal with these assholes. Так, нам, я так понимаю, надо свалить, да, теперь? Don't be ridiculous. We'll fight them together. And risk letting them keep this much ordnance? No. Just go. I got this. Meet me back at the tower. Promise me you won't let Rahim near that hut. What? Yeah, of course. I promise. Just go. Баба, слушай, свали уже, да. Пацаны идут, водку надо пить. А ты сидишь тут, блин, все еще никак. Вот, я же говорю, пацаны идут. Только я не понял, а что везет? Пацаны. Как так получилось вообще? Ага, я еще не могу ремонтировать. А нет, могу что-то. Это, прикрой меня. Твою мать. Давай, ложись, следующий. Вот, пойдет. Так, ну ты что, давай это как-то. Так. Так, сейчас, смотри, у меня оружие стало. Так у меня та же самая херня, я вот туда тут ремонтировать. Во. Ты слышишь звук? Забрал у него. Ты звук слышал? Он, по-моему, в Сайлент Хилле такой же был.
О, птичка, ага, есть контакт. Так, а что такое? О, сюрикен, отлично. Так, теперь надо подлечиться. И разобрать то, что я у них понабрал. Да нет, тебе показалось. Все. Пошли. Бабёх, конечно, молодец, я ее поддерживаю, она молодец, она шикарная, все. Но, бляха, почему мы из-за нее решаем ее проблемы? Она должна быть. Ты че замолчал? Почему? Я говорю. Это ты такой, она должна... И все, и замолчал. Это у тебя все, у меня нормально. Иди ближе сюда, дурак. Не хочу, там, смотри, там. Бабочки летают. И, конечно, а почему нет? Слушай, а мы его увидели, это же он, да, от нас тогда убегал? Не это, знаю. Короче, какой-то очень скромный зомби. Это первый раз, когда мы увидели зеленый, ты помнишь, светился, дебил ты? Да, помню. Ёв только твою за ногу, а чё так ночью-то? Да-да-да. Чё так плохо? Поэтому надо сразу бежать в башню. Подожди, а где башня? Ох, нихера, да мы не добежим. Я добегу. А я? Ну, ой-ой-ой, ладно. Ночь закончилась. В смысле закончилась? Ну, ночь ещё. Смотри. Давай догоняй. Will do, don't worry. Смотри, что нашел. Мне это пока что не интересно. Как интересно, смотри, вот мы хорошо встали. Ага. Только я не понял, что с этим делать, я ее активировал. Смотри, а как... смотри, смотри. А, пойдет. Молодец, только ты там привлек какую-то дуру, которая орет много. Это уже не ко мне вопрос. Ага. А разбираться с ней кто будет, я что ли? Да. А, сейчас, я все, я убежал, я молодец. А ты чё, моё, я тут застрял. А я тебе про что? Вот ты вот сиди теперь, разбирайся, объясняйся. Все, я вылез. Че ты шумишь, блин? Я, конечно, понимаю, что это не бабка там 70-летняя, которую ночью разбудили. Ну это тоже очень опасный персонаж. Ну. Который тебе приучит разбираться. Эй, ты. Че, я дома, все, давай, до свидания. Возвращайся ко мне, я сундук взламываю. Да? Сундук это хорошо. Тебя там никто не убивает. Я знаю, я не прикол. Ты пока взламываешь сундук, тебя там уже сзади, они там спорят, кто тебя первым будет убивать. Видишь, орут что-то. В любом случае, посмотрим. А, сюрикены. Это типа первое огнестрельное оружие наше, да, я так понимаю? Что нам такое представляет игра? Сюрикены. Ну да. Больше не доверяет нам. Все, что нам повезло, это вот мы то и сперли. Так-то да. Так, что, все, мы молодцы, давай. Надо заканчивать, наверное, миссию и серию. Так, погоди. Кладовщик, иди сюда. Да, мне нужно все, давай. Твою мать. Ничего не влазит, да и пошел ты. Мне надо к барыге, мне надо попродавать все. Ты кто? А барыга где? Давай, иди сюда. Так, мне надо продать что-нибудь. О! А хера я ее продаю-то, блин, оружие. Ай, черт. Так, ура! Дай их хер найдем. Я там всякую мелочь продал. Его разобрать надо. Оружие выкупить можно, если что. Да и ладно, сейчас посмотрим. Нифига, слушай, я драгоценностей на косарь продал. Сейчас посмотрим, я на два продам. Не надо. Еще великолепных сюрикенов у него закупил. Стой, это мы всю ночь пробыли в школе. А я тебе про что говорю? Что-то это, нихера там, учителя-то звереют, да? Мы на зашли... всю ночь оставили. Мы зашли днем.
И вышли утром. Я на косарь 100 продал, я молодец, я лучше. Да, 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 так я тебе и поверил. Да, потом посмотришь запись. Посмотрю. Мне подписчики не дадут соврать, я молодец, вот у меня косарь 100, там мешочки, что-то еще. Вот смотрите, вот он посмотрит запись, вот вы подтверждение моих слов, кучу-кучу лайков мне надо поставить, чтобы он уже зашел, увидел кучу-кучу лайков и понял, что, блин, все, он не прав был. По-любому надо так сделать. Да, 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 да. Чтобы да. Он себе психику и детку не травмировал свою. Так. Так, барыга номер два. Жаль. Ай, как это, барыга. Жаль. Мы сейчас где начнем-то, вот если мы сейчас закончим миссию? Да, если сейчас миссию закончим, тогда тут и начнем. Да, нам тогда ее закончить. А, снова на крышу. Красивый уже. Ну-ка, а что, могу улучшить? Нет, могу что-нибудь. Не, нихера не могу. Рахим! Ты чё забыл-то вверху? Давай спускайся, ну чё ты, блин, а? Я спортсмен, что ли, за тобой бегать, блин, за пацаном? Давай базарим. Чё он, дрестится? Базарь давай. Блин, не успел. Наивный. Jade gave them to him. Saeed used to be on a bomb squad, so he knows about that stuff. Yeah, kid, that was a lucky find. Would have been better to turn up some antizin, though. My buddy Omar is making sure Saeed put the. Ты посмотри справа снизу, как отражение дергается. Whoa, we? There's no we in this. I mean, yeah, that nest needs to go. Now it's possible, but if it gets done, I'm doing it on my own. But. It's my plan. And I will execute it perfectly, I promise. Рахим, извиняй, это плагиат, мы сперли твой план, теперь он наш. There's no use arguing with you, is there? Ты видел сейчас, как как отражение там поплыло? Я видел, но... Рахим, do we have a deal? I guess. Do we have a deal? Yes. We have a deal. Okay, one more thing. I keep seeing this bizarre kind of infected. Is Dr. Zara out at his trailer? I'd like to talk to him about it. Nah, he's down in sick bay visiting Dr. Lena. Thanks, kid. I'll see you soon. Так, ну чё, всё тогда? Нет, ну, ещё не выполнили. А, подожди, видишь, а... Видишь всё ещё братья и сёстры? Да я вижу, а где он? Пошли с ним побазарим. О-о-о! Да! Наконец-то! Чё? Я этого долго ждал. Слушай, что-то с доктором не то. Э, кто последний? Пацаны! За справкой, я спросить только, кто последний? Ты последний, Бриджит? Тут это, пошли, ну, я последнего нашел, вот в очереди, он тоже только спросить. Сейчас, подожди, я сгоняю к этому. Бляха, мне кажется, тут это... Тут, короче, двое спросить и двое недовольных пациентов, судя по всему, они с молотками стоят. Да ё-моё. Пацаны, я реально, я только спросить. Чё ты мне подмигиваешь, а? Типа тоже только спросить, иди отсюда. А, всё. Чё ты сделал? А чё нахуй делаете? Какие-то волны от меня голубоватые идут. А что значит? А ты в курсе, что ты на этаж ниже, по-моему? Вверх, выше, по-моему. Да кого? Нормально, ты там где-то шаришься, ты ниже. Меня тут, я уже нашел человека, он говорит, все, требуются все игроки. А, подожди, ты как? Не, нахер он нужен. Это квест. Не нужен ты мне, пацаны, все, я это не с вами, извините, случайно ошибся. Это ты на этаж выше был. Да. Доктор, рассказывай. О, это Кейн. Yes. How can I help you? Crane, remember when I told you about that weird infected I saw? You know, the one who took one look at me and hauled ass away? Yeah, well, I just saw another one, and it did the same thing. Hmm. I believe I have heard your colleagues talk about those creatures. Bolters, they call them. Apparently, they favor certain areas of town over others, but only appear at night. I don't suppose you could catch one and bring me a sample of its flesh. You see, a thought occurred to me. A long shot, I realize. But if these creatures favor areas where I left my experimental bait, well, let's not get ahead of ourselves. Please do obtain a sample, but it has to be fresh. So you have to get it back to me quickly. Okay, and where exactly do I find these things? I'm told that quartermaster chap has been keeping track of them. Да ё-моё! Эта миссия когда-нибудь закончится?
закончится. Очень скоро. Так, надо срочно прерываться. Очень срочно. Так, я прям вот был вынужден очень срочно прерывать, потому что я случайно заметил, у меня меньше 100 мегабайт памяти осталось. Я еще быстренько там почистил немножко. Так, поэтому нам нужен быстренько колдовщик. С ним побазарить и заезжать серию, иначе у меня как бы не пропало ни хера. Буквально место осталось, я почистил буквально на 5 минут. Вряд ли больше, нет, 5. Где-то на 7. Так. Опа, ты кто тут, Ирис? Бул, да? Солдатчик, бабки давай! Вещи давай, все давай! Все возьму, алло! What can I do for you? Doc Zara says you know where I should look for these, bolters. Super fast, infected, covered in big green blisters. Oh, yeah, yeah. I can point you in the right direction. Давай ориентируй. Here, here and here. Though you ask me, if trouble don't come looking for you, no reason to look. Место на глазах убывает. Это 2 терабайта. Thanks. Никуда улетело сегодня. Ну как никуда, в Сирии, конечно, но... Давай я возьму. Так, чё, всё? Ну, погнали на улицу. Давай, нам нужен сейф. Всё, вот это, наверное, сейчас сейф будет, да? Уникальный тип мутанта, который может помочь в исследованиях, но только ночью. Нихера себе их легко спугнуть, так это ж хорошо, все бы такие зомби были, а? Hey, what's up, Spike? Just FYI, if you need me, I'll be at the ferry station helping Morgan prep the barge. Арматуру брось! Это щит. Защита Картера двигателя, бляха-муха. Щит он нашел. Сейчас я тебе один дам. У меня их 2 как раз. Ты все равно. А у тебя. Ты все равно их еще не можешь делать. В смысле у меня? Ну-ка! Мои щиты у меня же забрал! Ты все равно их делать еще не можешь. Так, нам нужен сейф. Ну, да все. По идее, сохранит. А, поспать надо, и тогда сохранится. Чтобы... Вот, пошли спать. Как раз нам ночь нужна. Ночь? А, ну да. Блин, где у нас? Спальня где? Беги ко мне! Так, вот я бегу. Так, я сверху, ты снизу. Я на кровати, ты под ней. Сейчас прям наоборот. А не голый, что я первый забил. Все, был сейф. Все, ребят, давайте мы тогда на сегодня заканчиваем. Собственно, все ссылки будут в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Всем пока.